Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я говорю: Миш, мне похуй. Я так чувствую. Это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Я его знаю как хорошего человека. Ну... Блять, я заплакал. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Безусловно, ошиблись. Это было, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Они меня всунули, не разобравшись, кто я. Не-не-не, это вообще не наше. Мы это не... Я не могу, мне это противит моей вере. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Круто! Да это ж круто!